магазин «Магнит». Такие груши. А такие яблоки у них. Кушайте, смотрите, не подавитесь, называется. Помните, червяки едят только яблоки, не обработанные нитратами и пестицидами. Если на кожуре есть червоточины, значит, яблоко выращено без химии. Здравствуйте. А вы кто? Ну, я руководитель торгового зала. Вы руководитель торгового зала? Да. Не знаете, что надо с бэджиком подходить? Да, бэджик сегодня потерялся у меня. Не может быть. Серьезно. А как мне узнать, что вы действительно работаете здесь? Один магнитик только остался от него. Сейчас где-то в складе сегодня убираться, видите, магнитик. Даже сломанного не покажете. Так вот именно он потерялся. Хорошо, как вас звать? Маргарита. Просто Маргарита и все? Ни фамилии, ничего у вас нет. Ну, пожалуйста, Скубеева Маргарита. Как? Скубеева Маргарита. Скубеева Маргарита, очень приятно. А я бы хотел вот такой вопрос вам задать. Когда вы перестанете относиться к покупателям как к скоту? Что такое, что случилось? Абсолютно каждый раз, когда я прихожу сюда, в этот магазин, абсолютно всегда, без исключения, вообще исключения не существует, всегда среди овощей и фруктов горы плесени и гнили. Я прошу разобраться неоднократно в этом руководство магазина, и каждый раз меня игнорируют. Нет, тупые нет. Отписки пишут, да, мы там провели беседы, мы там каждые два часа перебираем. Извините, за два часа такого не может случиться. Вот. Каждые два часа? Ну, каждые два часа навряд ли, потому что они реально не успеют, у них рабочий день. Но это повод для того, чтобы кормить людей дрянью. Почему люди-то от этого должны страдать? Не хватает людей? Пожалуйста, закройте магазин и не работайте тогда. Ну, как можем, так работаем. Нет, не надо как можем. Надо работать так, как положено. Ну, так-то да. Я с вами согласна. В общем, все фото и видеоматериалы я направлю в Роспотребнадзор. Хорошо, вот. Ваше право, имеете. Само собой. И я надеюсь, что в следующий раз я приду и приятно удивлюсь, глядя на ваши прилавки, правда? Ну, постараемся. Угу. Очень постарайтесь, потому что ни разговора с директором, ни с кем, по-моему, ничего не дают. Я каждый раз делал вам скидку на добрые улыбки руководства, никуда не обращался. Но впредь, ну, мне это уже надоело просто, правда. Вы просто считаете людей за быдло или за скот, что вы кормите такой дрянью людей? Зачем? Ну, это отвратительно, честно говорю. Вот, я записал снова сюда отзыв. Надеюсь, будет адекватный ответ, адекватное решение по этому поводу. Хорошо. Очень надеюсь на вас. Вы приходите. Нет, я никого предупреждать не буду. Это понятное дело. Что ж, всего доброго, до свидания. Если вы считаете, что я никому не желаю с вами разговаривать. Ну как это не желаете? Если вы как хотите применить ко мне меры принуждения, я не хочу. Я понимаю, вы покупатель. Все. А почему вы так себя ведете? Как хочу, так и веду. Вот извините. Пожалуйста, мне предоставьте еще точный адрес этого магазина. Вон все указано. Вон все указано, пожалуйста. Вот он стоит. Вот. Хорошо, спасибо. Да, конечно. Да, вы вправе даже в суд обратиться, пожалуйста. Обратимся. Да.